Здравствуйте, меня зовут Михаил. Я являюсь руководителем городского волонтерского центра. В январе 2020 года в нашем городе проводилось уникальное мероприятие событийного туризма – фестиваль «Русское Рождество». Наш волонтерский центр при поддержке Комитета по молодежной политике и спорту принимал участие в организации этого фестиваля. Мы подобрали и обучили более 50 волонтеров, которые обеспечили бесперебойную работу площадок, а также сопровождали гостей фестиваля. «Русское Рождество» длилось 3 дня и включало в себя разнообразные мастер-классы, театральные постановки, спектакли, исторические балы. Все 3 дня гостей фестиваля на Шуйский железнодорожный вокзал привозил исторический ретро-поезд, построенный в 1955 году. Работа фестиваля проводилась на 4 площадках, а именно культурный центр Павловский, где проходили святочный бал, новогодние елки для детей, исторические выставки. Центр детского творчества проходили театральные постановки и спектакли для детей. Городской дом культуры стал местом проведения тематических мастер-классов для детей и концертных программ. Площадь Ленина стала местом проведения народных игр и забав, шатровых представлений и кукольных спектаклей. На всех площадках 3 дня трудились волонтеры, которые подготавливали заготовки для мастер-классов, помогали в установке инвентаря, сопровождали гостей и распространяли программы фестиваля. Благодаря слаженным действиям волонтеров, этот фестиваль стал знаковым событием нашего города и навсегда останется в памяти жителей и гостей. Регистрируйтесь на главном сайте для всех добровольцев добро.ру.